Друзья, всем привет, привет! Как я давно с вами не здоровался. Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Сегодня будем делать с вами очередную самоделку. Это будет у нас помощник при сварке для профильной трубы. Как я делал, что я делал, давайте посмотрим видео. Так что не забывайте ставить лайки, комментировать. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Ставьте колокольчик, чтобы узнать о следующих видео. Ну а я буду показывать, как я все это делал. Вам всем приятного просмотра. Друзья, у нас самоделочка наша сегодня будет вот с такой вот прям помоечной лигнину. Правда, тут металл толстенный, я думаю, тут не меньше пятерки. Вот нашел ее. Сейчас будем отрезать кусок. Будем отрезать равной ширине. Это 29. У нас 290 миллиметров. Приступим отрезать. Зарядил болгарочку и пошли в путь. Вот, к моему большому удивлению, очень быстро я справился с резкой такого толстенного металла. Так, сейчас примерно нет у меня микрометра, ну хотя бы навскидочку штангелем. 6 миллиметров. Ну, значит, пятерка точно есть. Сейчас что делаем следующее? Уберем вот эту вот пластину, нафиг здесь не нужна, только будет мешаться. Здесь сейчас сварочка, все это срежем, уберем. Немного зачистил металл, была на нем какая-то ржавчина, ну не какая-то ржавчина была, а под ржавчиной вот такой вот черный цвет, непонятно, это не краска, но не хочет она убираться, не знаю, что это, ну и хрен бы с ним, так и оставим. Теперь что делаем? Выручил мне сегодня домашний мастер, съездил к нему, взял головок, это у нас от свая, сейчас мы от него отрежем 40 миллиметров кусочек. Так, таким нехитрым способом отмерил, скотч приклеил. Теперь у меня есть к вам вопрос. Вот так и не разобрались, не знаю, у себя не слышал в комментариях. Я вот, например, ставлю диск этой стороной, но мне вот так больше кажется, что здесь, ну, зажимается все четко. Не знаю, как кто ставит, кому, как правильно-то хоть напишите. Просто о том, что я криво косо ставлю. Так что жду совета в комментариях. Подскажите. Так, ну получившийся наш круг, мы примерно, ну я не знаю, прям вот на глаз отрежем напополам, разрежем его напополам. Ну не знаю, вот примерно вот так, пускай лучше будет так. Так, зажал все это в тисочки, сейчас отрежем. Получившиеся полукольца откладываем в сторонку. Они пригодятся почти в самом конце. Берем профильную трубу. Отмечаем два куска по 230 миллиметров. Зажали и все отрезаем. Теперь берем пластину, два уголка, выставляем их по краям. Конечно, воспользуемся магнитным немножечко уголком, чтобы нам четко попасть на 90 градусов. Все это выставляем. И сейчас за кадром я быстренько все это прихвачу, проверю, обварю. Так, ну я вот приварил, обварил с двух сторон, ну, со всех сторон. Внутри только не обваривал. Здесь мы соблюли 90 градусов. Также здесь по высоте, самое тоже очень важно, чтобы было тоже 90 градусов. И также здесь, как видим, тоже все четненько.
Теперь что будем делать? Вот кольцо, которое у меня было, я немножко краску снял. Снимал я очень интересно, нагрел. Краска тут прям вообще взяла, ножичком и срезалась. Ну все, вон, видите, как получилось аккуратненько. Сейчас отрежу пластину, кусок сюда приварю. Просверлю по центру отверстие на 12. Сверла, да? 12-м сверлом сразу пластину просверлил. Хардену спасибо огромное. Сверла отличные. Так, теперь получившуюся пластину я вот сюда вот обварю. В общем, обварил я с двух сторон. Теперь сейчас все это зачищу, уберу. Здорово, да, получилось все прям четненько, все красиво. Надо всегда делать так, как чтобы нравилось самому тебе. Следующий вход у нас пойдет вот такой вот засовчик оборотный. Валялся он у меня, не знаю, когда, наверное, строил. Забор еще лишний купил. Ну вот он валялся у меня. Пригодился. Сейчас я его отрежу. Так, ну в общем, что у нас получается? Я вот приварил сюда, который кусочек отрезал ухо, я его приварил на этот, на эту сторону. Сюда приварил болт. Теперь будем потихонечку собирать. Я уж думаю, вы понимаете, что это у нас получается. Сейчас я приварю шпингалет вот на это место. Просто на две прихваточки. Чтобы у нас примерно по центру он смотрел. Но опять же, я все это сделал за кадром сварочной работы, чтобы вам не портить ваши глаза. Так, ну шпингалет я наш прихватил. Теперь что осталось? Последняя деталь. Берем гайку. Накручиваем ее. Да что-то. Нерадивая, не хочет. Поставим сюда шайбочку. Берем нашу вот эту штукенцию. Вставляем. Берем еще одну шайбу, гайку. И накручиваем. Конечно, по-хорошему надо зафиксировать, законтрагаить. Но мы сейчас просто с вами попробуем. У нас получился вот такая вот штукенция. Все по-быстрому можно. Теперь смотрите. Вот в какую сторону. Бам! Все зажато. Никуда угол не денется. По большому счету. Ну, что, попробуем заварить? Приварить, наверное, другую сейчас трубу возьму. То есть, видите, да, здесь как вот все четенько. Раз, убрал. Можно большего диаметра, если надо трубу. Там, я не знаю, либо на ребро поставить. Аналогичная картина. Все зажимается. Самоделочка прям супер. Мне самому очень нравится. Еще один остался у нас такой штрих. Сейчас прям быстренько так мы с вами... Ну вот, в общем, по итогу получилась у нас такая красота. Не мог я не покрасить, блин, краска есть, золотая, смотрится прям шикарно. Ну теперь давайте попробуем испытать все-таки все это дело. Сейчас поставлю профильную трубу, заварю ее. Так, ну что, попробуем затестить. Есть у меня такие вот куски, ну уже старые, хорошая жалко. Сейчас-то быстренько все теперь прихватим и посмотрим, получился ли ровный угол. Наверное, я сейчас чуть немножечко вот так вот сделаем, чтобы нам...
Тут, конечно, друзья, извините, покажу сварку, потому что не покажу сварку, скажете, за кадром все сделал. Было все. Блин, где там сварочка включается? Опа. Все на ваших глазах. Вот так. И, естественно, сразу же проверим угол, есть ли 90 градусов. Все четко. Вот тут у меня. Ой, где тут? Все четенько. Всем видно. Где тут? Где? Вот. Все четко. То есть, ну, со своей задачей она будет справляться на ура. Я думаю, блин, такой зажим получился очень здоровский. Всем, кому данный ролик понравился, поставьте палец вверх. Прокомментируйте данную конструкцию, что вы думаете об этом. Ну и до новых встреч, до новой самоделки. Пока-пока.